А, да? Угу. Заходите на прямой эфир Виктории Бонь. Ха-ха-ха. Так, а здесь тоже можно так делать? А здесь не получается. Нет, нет. Увеличивается. А то мне лайфхак показала Вася. Нормально за его-то ретарды, блин. А уже, блин, 1500. Красотка моя. Красавица. Сейчас розовыми волосами. Да, я значит, подарила свои оттенки розового все, которые у меня были, Василий. Да, тем более, что у тебя свой цвет блонд. Натурально. Я думаю, будет очень красиво. Завтра покажешь. Покажу. Да где? Здесь будет. С утра что делать? С утра что делать? Спать завтра. Буду. Ну, спать, потом можно завтракать. Где завтра? Да вон в Бишоне, где же еще? Скажи, ты что спишь, мать, потому что я спишь. Ну по-разному. До часу! Так это же обедать, а не завтракать. Не, ну я реально, я максимум, ну, максимум, что я спала. Я спала вот с вечера. До 2:30. Ну, ну какое а так ваше дело молодое? Когда я ложусь там типа в 6 утра, я сплю. Сейчас... Ты еще и в 6 утра ложишься? Ух ты какая! Я разговариваю по телефону. 15-летка, смотри-ка на нее. Или 13. 14. Ты можешь, что ты меня спрашивала 4 раза. Ладно, 4-1. Салам, вассалам алейкум, гайс. Ау! Мы уже домой подошли. Кто с тобой? Это Василиса. Васенька, красавица. Племянница. Моя племяшка, которую мне рассказывала. Тайная. Скрытая женщина. Да. Мы где? Мы в Монако идем по улице. Гля. Гля. Ну что, это красиво, Монако. Да, кстати, если сейчас на дело подняться, знаешь, как красиво будет. Я таких мест не знаю. Моя большая башня вот эта, синяя. А, да? Там что, можно подняться? Да? Конечно, там крыша есть, только для закрытых. У меня там друг живет, поэтому я могу подниматься. Видишь, как много узнаешь, когда общаешься с молодежью. Ой, Вась. Это, по-моему, близняшка. Да? Ладно. Пока, ребят.